Добрый день, приветствую вас на канале «Дача Огород Сибири». Приехала на дачу поработать, вчера целый день проходила в лесу. Сегодня тоже ноги тянут в лес, может и схожу, но ненадолго. Полила теплицу с огурцами, огурцы вчера оборвала. Наносила воды для полива, чтобы нагревалась. Сегодня потеплело у нас. Арбузы растут очень медленно в теплице с открытыми форточками, 22 градуса. На улице 13. В томатную теплицу я тоже наносила воды. Пусть она подогреется, а к вечеру я полью. Что я буду делать? Убирать кусты томатные, где по одному два томатика висит. Уберу их из теплицы. Что мне не понравилось в выращивании свеклы в теплице, это то, что она требует частого полива, пересыхает, и завелся у меня проволочник в свекле. Сегодня уберу ее, ее не так много, но разницы в выращивании на улице и в теплице я не заметила, потому что на улице тоже у меня неважная свекла всегда. Может, вообще на следующий год не буду ее высаживать. А сейчас, друзья, планирую убрать все томаты уличные. Я вчера пообрывала, все томаты оборвала с улицы. И сейчас буду убирать кусты. Друзья, продолжаю работы на даче. Сейчас покажу то, что я уже сделала и то, что буду делать. Приступаем, друзья, к работе. Выдергиваю иголочки. Отрезаю ленточки, отрываю. Выдергиваем томатики. Томатами наполняю грядку, которую показывала. Продолжаем. Грядку освободила от томатов, стала ее наполнять плодородной землей. Буду добавлять покупную землю из компостника своего. Вот томаты с этой грядки. Налетела куча мошкары. Сейчас перейду в теплицы, буду убирать томаты. Давайте проверим, друзья. Вот буду выдергивать свеклу. И посмотрите, вот и так у меня в каждом, просто посеяв свеклу в теплице, я привлекла проволочника. Проверяем еще раз, потому что у меня каждая свекла такая. Вот, смотрите, вот даже в свекле торчит проволочник. И что я вырастила? Ничего. Маленькая свекла с проволочником. Вот, посмотрите, сколько их там. Вот так вот. Никогда больше не высаживаю теплицы свеклу и не рекомендую никому. Навела порядок теплицы, убрала вот этот ряд томатов. Один кустик оставила, поставила воду, пообрезала ветки плохие. Вот эти пока оставила. Еще пусть растут. Полью сейчас немножко
Много поливать не буду. Убрала всю свеклу, траву. Такой вот порядок навела. Полила. Убрала еще ненужные ветки. Приятно посмотреть на свою работу. А это свекла из теплицы. Я ее заберу домой. Какая получилась. Нарву домой рукколы немножко. Потом полью ее. Такая вот. Петрушки немножко. Я ее посрезала тут хорошо. Земля сухая. Вроде дожди проходят иногда. Но все сухо. Укропчик вот так вот. У меня уже укроп только в теплице остался. И вот так на веточках ру. Хоть и холодно, а полить немного надо. Так, тут я частично полила. Клубничка у меня. Клубника пошла по второму разу. Это сорт Цариан, розовые цветочки такие. Цветет все. Успеет или нет, неизвестно. Я иду собирать горох еще. Уже вечер. Приехала я сегодня поздно на дачу, в 2 часа, и поэтому что успела, то и сделала. Пришли, видимо, мыши-полевки. Они везде по огороду маленькие такие шмыгают. Я даже в норку одну сегодня провалилась. Горох поеденный мышами, вот. Веточка флокса еще продолжает цветение. Вот роза, она все цветет, уже сентябрь. А еще хочу показать гортензия, вот Polar Bear, другая у меня. Выпустила цвет впервые за 4 года. Вот. И тут она хочет цвести, тут жучок сидит. Не знаю, вот это вот точно зацвела, уже зацветет. А это не знаю. Что повезу сегодня домой? Свеклу. Вместе с ботвой. Буду использовать ее или заморожу. На пироги, в борщ можно добавлять. Вот она, осенняя редиска. Фасоли немного на борщ. Предыдущую я заморозила. Зелени. И горох. Холодает на улице уже. Пора собираться домой. Сейчас у нас 11 градусов тепла. А завтра будет потеплее. И с пятницы по воскресенье будет тепло. Хотела показать вот фасоль свою большую. Забыла сорт, она очень крупная. Вот такая вот. И так быстренько растет, по холоду даже. Вместе с настурцией плетется. Друзья, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Благодарю за просмотр. Удачи всем!